Всем приветики, дорогие друзья! У нас сегодня настроение голубенькое. Вот у меня платье, у мистера кота его селедка любимая. Мы с вами сегодня хотим разобрать коробочку Виши, которая у нас вышла. Что такое? Тик-тик. И мы с мистером котом хотим сегодня разобрать коробочку Виши, которая у нас выходила в Крыгина Бокс. Все, беги со своей селедкой. Вот она у нас, красавица. Это монобрендовая коробка Крыгина Бокс, с которой можно комплексно познакомиться с брендом. Причем с разными линейками. И там очень крутой состав, потому что там достаточно дорогие продукты находятся в довольно увесистых миниатюрах. Ну что, давайте открывать. Красивые здесь марочки. Мы пойдем по всем этапам, чтобы смыть мне макияж и наносить кремы. Мистер Кот прибежал хвостиком своим тут машет, потому что зашуршали бумажки, да? Покажи всем, как ты умеешь охотиться. Итак, давайте начнем с очищения. Это мицеллярная вода. Мицеллярная вода для чувствительной кожи. Новинка в Виши. Вот здесь в коробочке 100 мл. Маленькая travel версия. А ватные диски-то мы не принесли. Мистер Кот, ты коробку будешь снимать? Выйди. Видишь, что захотел на мое место? Но. Эта водичка, как я уже сказала, для чувствительной кожи, а, соответственно, подходит для всех. Я вот могу сейчас снять тон, чтобы наносить кремы дальше. У нее в составе вулканическая вода, пантенол, которая заживляющее действие оказывает. Очень бережно очищает, при этом нет чувства стянутости, ее можно не смывать. И в том числе и удалять макияж с глаз. Из такой миниатюры, из travel size, вы уж более чем поймете, подходит она вам или нет. Я уверена, что подходит, потому что очень она универсальная, классно смывает, очищает и действительно оставляет после себя такое ощущение бархатности кожи и не требует смывания, очень комфортно на глазах. Дальше двигаемся, что возьмем. Давайте нанесем маски сначала. Маску с алоэ давайте сделаем. Она в коробочке в двух саше представлена. По сути, это тоже полноразмерный продукт. Они так продаются. И продаются еще в банке. Вот у меня, например, домашняя, она в банке. Мне, например, вот этого саше хватает половинки на все лицо. Вы можете эти два саше 4 раза использовать. Это маска увлажняющая для кожи, которая очень сильно склонна к сухости и к раздражениям. Ее на самом деле можно не очень толстым слоем класть. То есть вам не обязательно принцессу Фиону из себя делать, чтобы видеть обязательно зеленый цвет. Нет, она более-менее таким средним тонким слоем вполне классно работает. По ощущениям, когда наносите, вы можете вот просто контролировать, чтобы не было чувства, что это как крем, который втирается. Да? Нет, маска должна лежать на поверхности. Ну, вот такого слоя вполне даже достаточно. Сижу. Как я уже сказала, алоэ это основной ингредиент в этой маске. Здесь также вода вулканического происхождения, которая способствует увлажнению, формированию защитного барьера кожи, упругости ее. Плюс есть балансирующее действие. Вот если у вас комбинированная кожа, где-то она пересушена, вот, например, здесь, да, в Т-зоне все равно она жирная, или очень часто еще одновременно повышенная жирность кожи и шелушение. Для такой кожи маска это будет идеально. Она будет очень хорошо балансировать вот эти все проблемки и выравнивать рельеф кожи, убирать чувство стянутости, шелушений и оставлять такое комфортное ощущение. Это экспресс-маска, 3-5 минут для нее достаточно, потом просто смыть водой. Я смою также мицеллярной водой. Далее двигаемся. Еще одна маска гиалуроновая. Посмотрите, в какой классной миниатюре, в красивой коробочке, в нарядной такой баночке. Как полноразмерная, только маленькая. Полноразмерная она выглядит вот так, из красненькой линейки Lift Active. Давайте ее нанесем. Пускай увлажняется кожа. Она такую гелевую имеет текстуру. Пальчиками распределю. Это экспресс-маска очень быстрого действия. У нее высоко- и низкомолекулярная гиалуроновая кислота в основе. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота глубже проникает, работает глубоко, а высокомолекулярная работает на поверхности. Соответственно, такой двойной увлажняющий удар. А также экстракт агавы, который стимулирует производство собственной гиалуроновой кислоты. За счет этого она очень быстро действует и хорошо запирает влагу. Особенно, если вы после ее использования хорошенько, так жирненько нанесете уход, крем, сыворотки, все дальнейшие, то
что очень классно, после нее еще дополнительно влага из кремов, она впитается. Ее можно минут 5 подержать и даже не смывать, а просто удалить излишки ватным диском, дальше уже наносить свой уход. Можно использовать ее, ну скажем так, по необходимости. Здравствуй, мой дорогой, иди сюда. Сможешь пройти и ничего не уронить? А ну-ка давай, все изящество свое покажи. Кошачьи. Мы просто снимаем маску ватным диском. Когда кожа обезвожена, она вообще почти полностью впитывается за буквально там 5 минут. Поэтому смотрите, опять же, количество применений и дозировку по ситуации относительно того, в каком состоянии ваша кожа. Если она очень сухая, можете хоть каждый день ее делать, чтобы кожа насыщалась влагой. Сразу увидите результат. Потом, когда кожа станет все более и более увлажненной, вы можете перейти на 1-2 раза в неделю или даже один раз вполне. И наносить ее можно будет уже более тонким слоем, потому что коже не нужно будет такое количество гиалуроновой кислоты, потому что она и так в ней будет. Very good. И здесь сразу же отличное средство есть в коробке для того, чтобы пролонгировать увлажняющий эффект. Вот такая вот миниатюрка Mineral 89, продукт, о котором я рассказывала вам в рубрике «Один маленький косметикс». Полноразмерно он выглядит вот так. Это такой ежедневный увлажняющий гель, который 89 здесь не случайно, на 89% состоит из воды. Поэтому мы сейчас вот эту воду, вот к той гиалуроновой кислоте из маски и добавим. Она впитается, гиалуроновая кислота будет ее удерживать. За счет этого кожа будет наливная такая. Вот это вообще супер средство, как и дополнительное средство к любым продуктам, которые у вас уже есть, с гиалуроновой кислотой. Гиалуроновая кислота сама по себе, она не увлажняет, она удерживает влагу. Надо откуда-то взять. И вот если вы обильно сверху после использования продукта с гиалуроновой кислотой, особенно низкомолекулярной, нанесете вот этот гель, у вас эффект от средства будет намного быстрее. И вот очень мне нравится линейка Slow Age. Это следующий продукт, вот который прям логично сюда следом ложится. Он также в миниатюре. Мне так нравится, что каждая миниатюра упакована в отдельную коробочку. Я считаю, что это шик вообще. Вот такой вот. Это крем. Гель очень легкий, полноразмерный. Выглядит вот так. Про линейку Slow Age я вам тоже рассказывала в «Один маленький косметикс». Очень легкий такой, прям как эмульсия нежно-розового цвета, который мы нанесем поверх. Он делает такую прям сияющую здоровую кожу. Очень классно, как база под макияж. На него супер клево ложатся тональные средства. Мне нравится, как они растушевываются, особенно BB-кремы. Очень он приятный, очень быстро впитывается. Очень хорошо выравнивает тон лица, улучшает цвет лица, если он становится серым. Очень классно работает над потерей упругости и предотвращением ее. У него нежирная, очень легкая текстура. И основное его назначение — это укрепление, да, потому что первые признаки старения, они как раз в этом и заключаются. Кожа теряет вот эту вот эластичность и крепкость, да, и надо ее восстанавливать. И далее, если бы это был вечерний уход, я вам покажу сейчас свой самый любимый продукт Vichy. Это тоже Slow Age линейка, это вообще вот моя самая любимая линейка, вот так вот вместе, потому что первые признаки старения, потеря влаги, это, собственно, то, что у меня есть. И вот здесь ночной гель, он тоже в красивой, такой тяжелой миниатюре, в красивой баночке. Полноразмерно он выглядит вот так. Такой у меня бывал, и он немножко, он уже заканчивается почти. Это такой очень желтый, очень странный по цвету продукт, офигенно совершенно действующий на кожу. Он может использоваться как ночной крем или как ночная маска. Я всегда использую как маску. Я наношу вечером достаточно таким плотненьким видимым слоем. Похожу, распределю остатки и с ними уже ложусь спать. Очень у него такая немножко гелия-маслянистая текстура. Вы реально будете вот такая желтенькая, как будто куркумой намазались. Но на утро проснетесь, умоетесь, и у вас будет такая кожа. У меня просто она расправляется, наливается в период, когда кожа становится очень тусклой. Вот у меня сразу срабатывает механизм, что я неделю использую его как маску и ночной крем, и очень быстро все восстанавливается. Я считаю, что вот всю эту коробку стоит купить хотя бы только ради того, чтобы познакомиться с этим продуктом. Я обожаю эту маску. Это просто супер средство. Это также линейка против первых признаков старения. Против вторых признаков старения есть линейка Lift Active. Она более интенсивная. Мы уже делали гиалуроновую маску из Lift Active, а я хочу
хочу показать вам еще несколько миниатюр, которые из этой линейки представлены в коробке, и вы сможете очень комплексно познакомиться с этой линией. Такую линию, вот, например, в моем случае можно проходить раз в год, для того, чтобы те морщинки, которые закладываются, их расправить, подтянуть кожу, и дальше вот мне уже Slow Age будет достаточно. Если есть морщинки, если есть потеря упругости сильная, то Lift Active будет более интенсивная. Ампулы. Здесь прям целая ампулка. Вы отломили вот здесь вот кончик, вставили, и, в принципе, можете использовать ее несколько раз. Обязательно на все лицо, на шею и на декольте. Полноразмерный, это большой набор этих ампул. Там три вот такие вот ступени для того, чтобы пройти целый курс. Курс на месяц рассчитан для того, чтобы максимальная была эффективность. И я очень рекомендую вот в межсезонье курсом проходить дополнительный уход. В течение года вы можете пользоваться спокойно себе там увлажняющим кремом из подходящей линейки, то осенью и весной обязательно дополнять свой курс концентратом. В данном случае это ампулки. После того, как вы нанесли ампулу, наносите крем антивозрастной. Он ускоряет обновление кожи, увеличивает ее тонус, активирует выработку собственного коллагена. Вот такая вот миниатюринка. Полноразмерно он выглядит так же, как вот маска. Похожи они. Сокращает морщины, сокращает пигментацию. Очень у него такая нежная текстура. Что еще мне нравится, в нем очень-очень мелкая, как будто бы россыпь светоотражающих частиц. То есть у вас кожа сразу начинает выглядеть хорошо. Намажу поверх, лишним не будет. Очень приятная, не тяжелая, такая прям нежная текстура. И он сразу и дневной, и ночной. И финальная коробочка, Neva Diol линейка. Это у нас крем для очень взрослой кожи, тоже в красивой баночке. Neva Diol — это линия, которая подходит для девушек сильно старше, которые находятся, возможно, в периоде уже гормональной перестройки, когда коже особенно нужно повышать упругость. Вот так он выглядит полноразмерно, тоже как крем-гель, очень легкие текстуры все у виши, такая немножко у него как будто взбитая формула, очень быстро впитывается. И задача линейки этой — компенсировать потребности кожи. Что еще надо понимать, Neva Diol — это очень концентрированная линейка, как раз таки для того, чтобы концентрацией этих ингредиентов компенсировать замедление регенерации кожи, особенно в период возрастной гормональной перестройки. Ну что, коробкой этой во время самоизоляции сможете баловаться как сами, так и с мамами поделиться, и со старшими подругами. Для каждого здесь найдется свое средство, и это очень круто. Вы с помощью одной коробочки маленькой можете полностью составить впечатление о бренде. Вы можете попробовать разные линейки, потому что иногда на глаз очень сложно определить, что же сработает. Нужно намазать, попробовать разное и посмотреть, как работают те или иные ингредиенты и как они решают проблемы твоей кожи. Иногда выглядишь вроде бы более-менее, но при этом очень классно работает линейка Anti-Age. У меня такое тоже было, и я иногда думаю, так, я думала, что это линейка для тех, кому там 40+, и на мне такой волшебный эффект. Поэтому пробуйте обязательно. Все эти продукты не комедогенные, гипоаллергенные, очень комфортные, не жирные, не липкие. Мне прям очень нравится. Действительно, такое ощущение остается, как будто бы кожа пьет водичку и насыщается влагой. Потом очень благодарна тебе, когда светится по утрам. Вот, спасибо большое за внимание. Давайте там не грустите. Надеюсь, что у вас тоже цветут ирисы и у вас хорошее настроение, так же, как и у меня. Если нет, побольше посмотрите моего YouTube. Я надеюсь и уверена, что оно у вас обязательно поднимется. Вот, все. Не хандрить и не грустить на самоизоляции. Всех целую и всем пока. We'll be right back.